Дорогие мои, привет! Ну что, мы выехали на ретрит, наконец-то. Я так ждала этого момента, и в ближайшие 5 дней меня просто не трогать. Погодка обещает будет очень крутая в Славском, поэтому улетать будем с великим удовольствием. Вот, пожелайте нам хорошей дороги, вот, и всем прекрасного денечка. Привет, ребята! А вы на ретрит? Да, поехали. Точно? Можем подгонять. В Карпаты? Конечно. Ну все, поехали. Я с вами тогда. А пустое место? Да. Ну да, я понял. А что вы хотите создать? Мы едем в далекие ретриты. Веселые соседи, любимые мальчиты. Мой креативный мужчина сделал себе... Это я выиграл. А, выиграл себе, меняя себя на ноготочки. Так, а ну-ка, подожди, все расплывается, дай мне. Видите? Ну, ай, какой.